Добрый день, дорогие друзья, любимые зрители и гости моего канала. Готовим хачапури. Хачапури у меня ленивое будет. Из готового теста и сыра. Тесто слегка разморозим. Присыпаем мукой. И раскатаем. Тесто раскатали. Смазали немного сливочным маслом. По краям распределяем сыр натертый. Распределили. И сворачиваем. Вернее, подворачиваем. Придаем форму. Вот такую форму придали. Будем запекать. И готовлю я на сковороде, смазанной сливочным маслом. Прокалываем. Можно помазать яйцом края. Посыпаем оставшимся сыром. И добавляем яйцо. До готовности. Вот такой хачапури ленивый получился. Очень быстро, просто.
еще горячий. Подожду. Не терпится попробовать. Очень хорошо пропекся. Тесто замечательное. Вкуснятина. Гречка с овощами и кальраби.